В Еманжелинске очевидцы сняли на видео, как дети устроили картофельный обстрел прохожих. На съемке видно, малыши поджидают старушку, и как только она оказывается под балконом, кидают в нее картофель с третьего этажа. Клубни не попали в старушку. По словам очевидцев, овощами маленькие девочки закидывали и проезжающие мимо машины. В соцсетях люди надеются, что своих детей узнают родители и проведут с ними воспитательную беседу. Ведь такими играми они могут травмировать прохожих или нанести ущерб чужому автотранспорту.